наиболее энергичные, двигающиеся вот так резко. Вот это доминантный администратор. Вот называется он, так и называется у нас администратор движущий, движущий. Это тот тип, который все время бегает по территории. Бегает по территории, причем не плавно, как бы останавливается, разворачивается в другую сторону, а резко это делает. Поэтому вот такие вот движения. Вот это резкие движения, вспыльчивый человек, который постоянно следит, что на его территории не так. И сам при этом сильно движется. Это такая патрульная полиция, которая все время в движении. Этим он сильно отличается от статического управленца, типа инспектор или маршал. Ни маршал, ни инспектор не будет бегать. Они выйдут только если экстремальная ситуация. Так они сидят у себя в штабе, в кабинете и к себе вызывают на ковер. Администратор наоборот. Он сам из своего кабинета туда идет на рабочее место и постоянно курсирует. У него хватает энергии. Вот, и он всех этим сильно достает. Но никого не оставит в покое. Так, это советчик. Теперь гуманист у нас. Значит, гуманисты у нас разные. Вот, встречаются гуманисты доминантные. Это последовательные люди. Это последовательно отстаивающие какую-то этическую систему люди. А то и живущие по ней. Вот, и они часто подвергаются нападкам, часто подвергаются высмеиванию, то, что ты не такой, как все. Они не боятся, идут и последовательно отстаивают свои принципы. Это первая их отличительная черта, что они не боятся пострадать, вот, отстаивая свою какую-то систему. Это этическая часто система. Иногда она с природой связана, ну, разная бывает, да? Иногда она религиозная, но это всегда какая-то этическая система, и он ее последовательно отстаивает. Это первая характеристика, что не боится, как бы, вот этой вот конфронтации доминантного гуманиста. И вторая, вот, доминантные гуманисты встречаются даже в бизнесе, В бизнесе встречаются доминантные гуманисты. Вот. Вот, как бы, потому что деловая логика у них получше будет, чем у всех остальных. Я вчера, кстати, видела именно доминантного гуманиста, я была в шоке. Да, но потом вот я таких доминантных гуманистов не часто встречал. Но очень много, вот Дима может рассказать, его интересует именно этот редкий вариант гуманиста. Дима, мне, я помню, рассказывал, что встречался. Помните, да, эта ситуация, что вы подумали, что это какой-то предприниматель, какой-то деловой логик, а оказалось потом нет, что потом в действительности за этим стоит совсем другое. Так, значит, кого интересуют такие уже тонкости и примеры, вот, у нас просто есть люди, которые могут вам рассказать об этом, если вас интересует даже доминантный гуманист. Далее у нас есть гуманист креативный, вот даже это у нас Андрей. Вот. Это гуманист развивающий, то есть как бы очень важно в четвертой квадре пробовать свои способности, не бояться, рисковать, бывать в разных ситуациях. И у нас остался еще четвертый мастер, который называется искусный. Искусный это что? Это тот, который, ну, вольный ремесленник, который создает руками, при помощи каких-то инструментов, какие-то особые прикладные произведения искусства, делает что-то особое под заказ и тому подобное. Умеет сделать такое, что никто не умеет сделать. Мастер искусный. То есть особенно силен в оттачивании, как бы, индивидуальных продуктов и удовлетворении заказов требовательных клиентов. Вот такой еще может быть мастер. Но, естественно, он наименее энергичный получается. Фух, все, вроде бы мы с вами, видите, насколько нам хватило времени, вот, охватили всю сложную систему. Вот, вы должны были понять, что там есть закономерность, вот, что оно всего много, конечно, но там есть система. То есть вот если вы в рамках одного смотрите, вы видите, как меняется их энергетика, как меняются их привычки, как меняется их задача. Вот. И себя, если вы не можете просто так, как бы, определить напрямую, вы должны себя представить, как будто вы хотя бы представить, что вокруг вас находятся группа вашего типа. И что бы вы там стали делать? Вот образовалась группа.
вот, допустим, 4 разных инспектора, да, вот, и вам дали какое-то задание. Вот какое, что вы бы там предложили свое? Что? Вы стали бы всем давать задания? Вот, вы стали бы предлагать разные идеи? Давайте так сделаем, давайте так. Вы ждали бы, пока определится лидер и дал бы вам четкие задачи и выполнили бы то, что он сказал? Или бы вы старались ничего не делать, а если чувствуете, что назревает опасная ситуация, то стали бы вмешиваться, чтобы развести людей, успокоить людей или хотя бы их переключить. Вот вы тогда понимаете, что это такое. Если вы даже так не можете представить, то надо с вами провести просто как бы соревнование групп. То есть берется 2-3 группы по 3-4 человека и делают одно и то же задание. А со стороны мы наблюдаем, если вы не знаете, какой вы тип, то наблюдатели, после того, как вы это проделаете, вам скажут, вы были номер один, вы были номер два, номер три, а вы боролись, вы не могли с этим вот человеком распределить роли, значит, вы одинаковые и тому подобное. Вот такая работа с подтипами должна проводиться. Вот, это практика.